Привет, малышка. Привет, как твои дела? Это что было сейчас, подобие виления хвостиком? Привет, и я по тебе скучала. Как твои дела? Очень ты мне нравишься. Очень хороший. А, точно хвостом виляет, вы поглядите. Не вставай, не вставай. Поедем сейчас лапы твои чинить. Хорошая собака. Миска пустая, хвостиком виляет. Куда ты встаешь, зайка? Виточка, розочка. Розовита. Да. Малышка, да? Ну, все хорошо. Все хорошо. Поедем лапки чинить. Ты голодная сегодня, да? Да, перед операцией всегда такое дело. Надо поголодать. В общем, настроение, как видите, хорошее. Руки облизывают. Господи. Все, мы стали друзьями. Поехали, малышка, лечиться. Радуешься? Что такое? Поехали, поехали. Давай. Оп, оп, оп. Молодец. Ты что, уже знаешь, что если я одеялка принесла, значит, мы едем куда-то, да? Ну, отлично. Воспитанная собака. Одеялка ей положила, она сама села. Знает, что мы поедем к врачу. Ну, не чудо ли? Класс. Поехали. Батончик, булочка наш. Немножко нервненький кот, но ему просто не нравятся бесплатные санчасти. Мы едем на кастрацию, чтобы после кастрации отправиться в Москву. Скоро у нас приедет девушка за Аляской. Они присмотрели себе красоту домой Алясочку, стерилизовали ее. И вот сегодня Батончик едет на кастрацию, чтобы тоже отправиться в семью. Но в другую. Ну, тоже в московскую. В общем, мы снабжаем Москву животными. Там очень мало. Там мало, да. У нас многовато. Там просто вообще никого. Там вообще. А, кстати, там нету, правда? Нет, кошки есть, а собак нет на улицах практически. Ну, кошки... Кошки есть, котов нету. Таких замечательных нету. Все, Батончик едет на кастрацию, потом он еще пересидит у нас и будет ждать дальнейшей своей поездки. Ну, ему у нас прям вот не нравится. Он из тех котов, которые не любят клетку, не любят... Любит свободу, Батош. Да, да. Ну, либо хотя бы квартирное перемещение. Ну, или хотя бы, да. В общем... Поехали мы. Держите кулачки. А ты как там оказалась? Я, скажи, села. Ты же внизу сидела. Как положено, сидела. На сиденье, как девочка. Значит, не так лапки уже болят. Ну, видимо. Тебе там удобно? Вита. Роза она. Розовита. 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 Все, мы поехали. А, сейчас покажу, тут еще жадно. Розовита. А тут у нас собака-трясяка. Смотри. Это собака-трясяка. Это собака-трясяка, которая наверху, как листочек, да. Спасибо, вы листочек. Что это? Все, поехали мы чинить всех. Доехали мы до клиники. Желе продолжает трясти здесь. Пытаюсь успокоить собаку, не получается. Очень нервно. Очень переживательно. Берта. В общем, вот такая вот она, стрессовая. На ручках хотя бы чуть-чуть меньше трясется, а так вся просто ходуном ходит собака от страха. Чего боится? Предположительно, сейчас вам сниму. Предположительно, вот эта собака была домашняя. Поэтому она и психует так. Домашним всегда страшнее. Кто там? Кто там? Посмотри, кто там? Кто там? Пойдешь смотреть? Сядь на место, все. Жди меня. Место. Нет. Жди. Все, садись. Садись. В общем, Берту уже забрали на операцию. Виту оставляю ненадолго. Все, сиди. Пойдем. Сиди, жди. Ждать. Пойдем разбираться с нашим другом Батошей. Батон. Батон, от меня собаками пахнет, но бояться не надо. В общем, Батончик у нас приехал, не ругайся, приехал с кладбища с травмой глаза. Глаз ему удалили, все уже тяжело, все отлично. Батончик у нас собирается домой. Его просили кастрировать перед переездом в новую семью. Поэтому мы приехали сегодня на операцию. Вот, кастрируемся и едем в Москву. Вита, пока мы отвернулись, оп, сделала все свои дела. Вита,
Ты молодец, да? Мы даже не заметили, как второе произошло. Скажи, я быстро туда-сюда. И на местечко села. Все, место, Вита, место. Я пойду с котом разберусь. Сиди, жди, я сейчас приду. Место, молодец. Давай я уберу. Какая воспитанная собака. Батончик, в общем, у нас сегодня на кастрации. Просто пока он в сумке, было не очень понятно. Уже немножечко входит в наркоз. Красивый голубоглазый парень. Что хочу сказать? Он такой мощный стал. Шея такая толстая. Девочки его особо не гладят. Он не любит гладиться. Он близок к тому, чтобы стать вторым манулом. Потому что прям крупнеет парень. Отъедается. Сил набирается. Становится таким бойцовским котом. Большим, крупным, сильным. Будьте здоровы. Ложись. Мне тоже нравишься, да. Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь. Ты всем нравишься, ведь санчасти уже. Да, потому что ты умная девочка, хорошая. Отличная. Да? Просится на ручки, видите, посадил ее. Нет, прям смотрит, типа, возьми. А я встаю туда-сюда, поэтому не очень удобно. Не буду брать тебя, не буду. Ложись. Хочу, чтобы ты легла вот так. Вот, умница. И лежала. Все. И воняет у нее изо рта еще. Похоже, зубы какие-то. Там что ли зубы, что ли, какие-то гноятся. Тебя вот почистить, помыть, ты будешь красота неописуемая. И умная. И добрая. Наверняка еще и защитница, да? Вот с этой стороны. Значит, видите, вот тут. Вот. Весь бок у нее протесан был в зеленке. Прям по асфальту проехалась, видно, такая травма. Ну все, лежим, ждем в своей очереди. Просимся на ручки, но я стойкая. А батончик уже все, кастрацию провели. Уже отошел от наркоза. Теперь ждем, когда Берта выйдет и пойдет наша дольчевита. Розовита. Дорогие зрители, подписчики верновцы, мы отправляемся на операции и более подробно о том, как они пройдут, какие события были до и после, расскажем немногим позже в следующем ролике на канале Верность ТВ, канале о спасении животных. Не пропустите. Спасибо за внимание.